общем-то, если с поражениями, как бы, моим считать от него, потому что их было, скажем так, немало. А куда-то туда. Ладно, поехали куда-то туда. За вот этой вот скалой. Ясно, ясно. Ух, тут какая буря прямо, а? Бушует. Ага. Ну не, мы, наверное, на гор пойдем. Просто там можно было, да, перепрыгнуть. Мы, наверное, на гор все-таки. Так, да, вот здесь мы перейдем. Я думаю, сюда лучше всего не подходить вообще. С каким-то вулканом. Просто фиг его знает, что будет. Как мне сюда пройти? Интересный вопрос. Вопрос, надо сказать, очень интересный. Да, конечно, понимаю, сейчас верх идиотизма идти обратно без коня. Так, да, давайте-ка мы все-таки на конешке. Надо понять, как на эту гору взобраться, потому что я что-то вот как-то, мне так кажется, что он там наверху, этот колосс. А. Так, ну вниз, наверное, лучше всего не падать, да? Я так понимаю. Вот непонятно тут вот порой бывает, где колосс вообще. Он где-то там.
Может, я не знаю, может, правда эту, как бы, гору вот объехать. Смотри, вдруг там какой-нибудь проход будет, а? Просто я думал, мы тут как-то взберемся. А, и там уже, наверное, все видно будет. А вот нет, нифига. Так, это мы сейчас... Так, подожди, это мы сейчас где? Угу, это мы вот здесь вот. Понятно. Что-то мне сейчас скажут, что мы вообще не туда сейчас выйдем. Куда надо. Наверное, максимум мы сейчас куда выйдем, это к тем этим. А... Ну да, вот наш храм. Отлично. КПД наш равен нулю, в общем. Грубо говоря. За все вот это путешествие. За все вот это время. Так, ладно. Давайте мы тогда сейчас сами попробуем. Так, ты можешь прыгать? Можешь! Нормально все. Здесь мы не заберемся, как я понимаю. Ага. То есть он, ну как, оказывается. Ну, здорово. Ты кто ты такой? Ему явно не понравился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой.
Блин, у него даже подержаться-то не за что. Ну что, сейчас ждем подсказок, что ли? Ну да, будем ждать сейчас подсказок, скорее всего. Погоди. Да, ну конечно. Может потряси даже колосса. Так, ну вот он куда-то идет. Это вот что это он сейчас делать будет, а? Я что-то просто не понимаю этого немного. Вот что это он от меня убегает как-то куда-то. Мощь земли может потрясти даже колосса. Как мне это понимать, а? О. Так, ну у него только брюхо мохнатое. Я вот так пока что заметил. Ой. Ну да. Эх, ладно, ладно. Ладно. Надо, получается, найти на фонтаны, да, заманивать. Попал все-таки.
Эх. Непонятно пока что, как его валить. Вообще по-хорошему. Я, конечно, понимаю, что что-то надо вот с этими источниками сделать, наверное, с ним. Как бы это, ну, логично. Но вот что конкретно с ними надо сделать, этого я не понимаю. Блин, не видно ничего вообще. Ой. Так, тихо. Не понимаю я, короче, что с ним надо делать вообще. Так вот, если я, например, на этот источник наеду, а я на него наехать не могу. Интересно.
Ага, оно меня откидывает. И чё как бы? Ага, отлично. Так, по брюху, давай. О, понял, все-таки понял, как он тут убивается-то. Ай! Тихо!
Так, у тебя, мужик, голова шерстяная. Отлично. Так, я пошел отдыхать. Так, только... Вот не надо меня сейчас только сваливать. Так, одно место твое готово. Где у тебя еще места есть? Ага. Так, ну тут я насчет волос не вижу особо. Да. У него на брюхе еще что ли одна? Да нет, по-моему. Где у тебя еще одна уязвимая точка, а, друг? Не подскажешь, пожалуйста? Так, да то, что там-то, это я знаю. Господи. Ну все, мне хана, можно сказать. Или нет? Вау! Ну все. Да уж. А я не знаю, где у него еще одна может быть точка уязвимая, понимаете? В
чем вся проблема? Я этого не понимаю просто. У него как бы вот одна единственная только голова, это не бронированная. И все. А так у него, по идее, как бы где хочешь она может быть. Вообще так-то. Так, о, отлично, 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 отлично. Ну вот почему оно... Вот почему вот оно сейчас не работает, а? Оно же должно работать. Серьезно? Оно что-то как-то не особо это сотрясает его, знаешь? Потрясает. Как-то вообще пофигу на это. Давай, 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 давай. Вулканчик. О, отлично. Так, начнем по новой. Вот тут у тебя что-нибудь есть, мне интересно. Не, на брюхе, наверное, у нее ничего нету. Вот мне что-то очень сильно кажется, что на брюхе у нее на самом деле ничего нету. Хорошо. Отлично. Не, отлично. Вот это он меня, конечно, перебросил через себя здорово. А как на нем держаться, вот мне интересно. Потому что, как понимаете, все колоссы, которые были до него, на них как-то, хоть на них можно было держаться. А на этом же вообще нифига не подержишься никак ни за что.
На. Вот тут посмотрите, он все равно по мне попадает. Как-то умудряется. Да, да конь-то уйди ты. Не мешайся. Понять бы, где у него вторая точка вот эта уязвимая. Вот это было вообще просто замечательно. Так, если вот так упаду, то да, отлично. Тихо, не падать тут мне. Только, пожалуйста. Да ладно. У него одна уязвимая точка, хотите сказать только? Да вы серьезно? Так, тихо. Сейчас я пойду. Я пойду отдохну. Совсем слегка на тебе. Да, похоже, у него одна уязвимая точка только. Ну да, по сути, потому что это как бы на нем еще где их можно поставить, кроме как не на пузе. А пузом у него уже все это про. Как бы это про. Прокатали, грубо говоря. Так, ну все, давай уже. Давай. И еще раз. Все, готов. О, мог бы даже в прошлый раз убить. Обитатель пещеры. Приз получили. Мог бы даже в прошлый раз убить в целом. Так, давай сейчас мы спрыгнем отсюда. Ага, отлично, спрыгнул. Ну, тоже, кстати, довольно простой, надо сказать. Я думал, будет он так посложнее. Что-то он мне так сначала очень таким дамажным показался. Ну, хотя да, учитывая то, что тут игра в целом, как бы она тебя очень мало когда дамажит. Когда вот такие вот боссы попадаются, которые дамажат, это такой ты думаешь, о, вот это да. У меня еще есть индикатор жизни, оказывается. Такой, знаешь...
И, в общем-то, давайте-ка я с вами сейчас на этом уже прощаюсь. Будет у нас, да, три части по колоссам в этот раз. И, в общем-то, всем спасибо. С вами был я, Артём. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка на неё есть в описании. Всем до встречи в следующих сериях, ребята. И всем до свидания. Всем пока.